Всем привет, ребят. Ну что, пора брать первым в мире миф, новый титул, который нас ввели. 520 тысяч мне надо, и я сейчас его, в принципе, добью. Я не буду прокачивать там нового героя, его даже еще не выбивал. То есть, видите, у меня места 94. Даже активируем, даже одно место еще не использовано. Я чисто из-за судьбы сейчас прокачаю. Стало интересно уже бегать просто с новым значком. Так, Атланта я качнул, ведьму качнул, бабулю качнул. Давайте Арктику прокачаем сразу. То есть у меня будет там порядка, если все прокачать, где-то 426, 400, может и больше даже. Силы, тысяч силы. Как бы титул сам по себе ничего не дает, там немножко преимущества на арене и все. Каких-то там особенных плюшек нет. Так, качаем, качаем, качаем. Ну, придется тыковку однозначно еще начинать качать. Арктики нам не хватит. Так, 74, отлично. Поехали в рейд. Так, есть. Ну, тут, в принципе, может, все и не надо. Сейчас рассмотрим просто титул как таковой, что он дает, как он смотрится. Конечно, хотелось бы, чтобы за эти титулы давали хоть какие-то плюшки, но это, к сожалению, не та игра, где вас будут баловать. Сундука нет. Что у меня будет улучшение с предыдущим? Дополнительная прибавка атаки и здоровья на арене. Все. Улучшите свой титул, чтобы получить большую прибавку. Ну, просто супер. Но миф 2 это 600. Это я не знаю. В следующем году получим. Ваш титул отражает вашу мощь, статус. Увеличивайте свою силу, чтобы получить более высокие титулы. Более высокий титул позволяет вам разблокировать дополнительные функции и получать больше ежедневных наград за титул. Но больше с шаг гоблина буду получать. Но это, в принципе, фигня. Достижение определенных титулов позволит приобрести набор за титул. С какого там уровня? А, у меня тут даже не отображает. Ну, ладно. Поехали. Мы должны быть во всем первыми. Где наша тыковка? Не знаю, получится, не получится. У меня сразу на максималку вывести. Сейчас проверим. Блин, на моей силе одно харит то, что реально очень проблемно набивать золото. Но как бы и не проблемно, но если сравнить на китайке, посмотреть на китайке, все намного проще. Золота даже нету. Ну и, конечно, как видите, вот смотритель активируется сразу, и автопрокеры начинают сразу же фигачить. Так, ладненько, поехали. Можно даже так. Тыковок у меня хватает. Так, 8. Ну, 24, 86. Блин, ну чуть-чуть перебор будет. Хотя, в принципе, можно попробовать зданиями. Сделать ровно четенько 520. Какие тут у меня здания улучшаются? Ну, давайте попробуем. Плюс 3 силы. Тут могут больше дать. Ладненько, попробуем. Ровненько. Все, вот так вот, ребят. 520 тысяч силы. Первый
титул мифа в мире Castle Clash, можно это так назвать. Что он дает, сейчас мы посмотрим. Ну, в принципе, я думал, что после обновы мне наоборот придется еще намного дольше его добиваться, но, как видите, они все-таки улучшили возможность получения силы смотрителей, то есть они больше начинают давать, и это, в принципе, очень хорошо. Вот так вот, последний этап у нас 600 тысяч силы. Награды получены. Ну, я забрал награды. Так, получить, получить. Поехали на арену. И протестируем вот такую вот бабульку. Посмотрим, что сейчас у нас будет на арене. Она делает с моей силой. Не знаю, в каком я там топе. Такс. Сезонная награда. А, у нас сезон прошел. Создать команду. Есть она, есть. Отлично. Ну, поехали. Вот тут вроде какой-то интересный должен быть. Ну, отлично. Смотрим, кто кого. Посмотрите на этот урон. Она камень разбила практически до того, как до него дошла. Так, отлично, поехали дальше. Блин, тут... Ладно, будем пробовать продвигаться вперед. Посмотрите на урон. Жесть. Это просто жесть, ребят. Ну давайте, все против бабули. Смотрите, что сейчас с вами бабуля сделает. Или не сделает. Давай, бабуля. Я не знаю, я не вижу, какой у нее там отхил. 122 тысячи, ребят. Фига себе, 122 тысячи. Ну ладно, я тебе дам в помощь. Кого тебе дать в помощь? Асуру дам тебе в помощь. Поехали. Ну, с Асурой они должны тут разобраться, по идее. Там череп с разбросом, что ли? Да, походу. Не дают ей зарядиться. Вот так вот. Из-за этого ее и сливают, в принципе. Вот видите, как вариант, как ее обезвредить, это взять черепа с разбросом. Ладно, сделаю еще так. Я надеюсь, вы уже унесете их всех. Должны, по крайней мере. Ну все, ворожая слили. Дальше уже дело. Ну, череп, конечно, блин, злой. Ну все, Анубиса она тут разберет. Однозначно. Отхил, блин, у нее жесткий. 122 тысячи. Это жесть. Вот видите, сразу разница в уроне. Вот такая вот у меня бабулька есть. Я вам показывал уже ее на китайке. Просто кайф. Такс. Использовали шансы. Но у меня есть еще дохренище карточек, которые тоже нужно использовать. Ой, блин. Тут все побежали не туда и куда и надо. Хотя, смотрите, что они делают. Асура, блин, просто развалил их издали. Достал. Отлично. Ну, вот как-то так. Так, следующий. Дензап. Так, а что я их всех вместе тестирую? Надо. Так, ну тут у нас, понятно, он сейчас меня затащит. Потому что он пошел в обход. Сейчас мы сделаем вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Поехали. Будем в равном бою. Ну, конечно. Скажете вы, какой, блин, нахрен равный бой? Посмотри на свои прокачки, на своих героев. Ну, бабуля, конечно, жесткая. Вот что-что, а бабуля мне вообще нравится.
Так, ну я надеюсь, тут уже все в ряд идут. Хотя вряд ли, да, вряд ли, видите. Все кидают все в разброс. Ну покажи, 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 108 тысяч. Вот видите, из-за титула, в принципе, получается вся у нас разница. Так, а ну-ка ты. О, красавчик по центру. Отлично, смотрим на Фрейю. Юху, посмотрите на ее жизнь. Ну, ее сейчас единственный вариант, что Бигфут может ушатать. Будет морозить. Но она нормально, нормально. Давай, 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 бабуля. Просто жесть. Посмотрите, что она делает. Офигеть. Просто, просто пипец. Отдыхают все однозначно. Да, вот такой вот герой, вот такой вот титул. Ну, как видите, титул, по сути, ничего в себе не несет. Просто картинка поменялась. Все там немножко прибавка этих 5%. Она, по сути, ничего не решает. Отлично. Поехали. Ганс. Жесткий Ганс. Ну, поехали, Ганс. Попробуешь ты сейчас моего Ганса. Вот, вот тебе Ганс. Бабуля, бабуля зарешала. Блин, вот бездонатный герой, который просто шатает всех, все и вся. Ну, как и Фрейя в свое время. Но бабуля, мне как кажется, поярче. Здесь-то вообще отжигает по полной. Гастли. Какой-то лысый есть. Ну-ка, давай, лысый. Так, через низ надо идти. Окей. Попробуем. Там, конечно, такие герои. Ну, прокачек особо нет. Ты Фрейя там дамажит. Хрена себе. Там с двух плюшек нас унесли. Ну-ка, Вован. И тут, наверное, судя по титулу, в одну строчку все бегут. Да, тут мы ничего не сделаем. Нифига себе, смотрите, насколько захерачил их этот смотритель на половину жизни. Офигеть. Ну тут, конечно, вот сейчас на разгоне меня обгонят, я думаю. Или нет? Да, чуть-чуть не хватило. Ладно, пофиг. Как всегда, улыбаюсь. Так, вот так вот, ребят, вот такой вот титул получили первыми его. Буду дальше качать уже героев, кидать вам видосики, прокачки. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайк ставим. Всем удачи, всем пока.